Всем привет, с вами я, Вилу, и сегодня я хочу показать вам свой «Уничтожь меня» или же «Request Journal». Вот. Почему я вам решила его показать? Потому что мне попросила одна девочка. Да. Сразу скажу, я далеко не художник, и писать мне о том, что я некрасиво рисую, не нужно, так как я это и сама знаю. И то, что как-то я беру чужие идеи, тоже мне не надо писать, так как я все знаю, ребят. Да, я беру часто, очень часто чужие идеи, так как, ну просто не знаю, как-то, когда я заполняла его, у меня просто не хватало своих идей, но хотелось в нем что-то сделать. И уничтожать я его не хочу, просто хотела его как-то красиво оформлять. Сейчас как-то уже не хочу. Поэтому он у меня лежит уже, наверное, полгода где-то лежит. Первое — это вот обложечка у него сделана из скраб-бумаги, по-моему, и декоративный скотч. Мне кажется, это очень мило, так по-девичьим выглядит. Это просто, когда тебе нечего делать, и ты занимаешься всякой ерундой. Именно так это и называется. Ребят, я бы вас подняла повыше, но, увы, никак. Серьезно. Вот. Здесь я губкой пыталась что-то делать. Так лучше. Вот. Здесь я написала начало. Тут тоже губка. Это я здесь в основном гуашью все делаю. Ну, тут как бы ничего интересного. Тут плагиат, да. Здесь у меня просто краска отпечаталась, и я решила нарисовать кого-то. И это не я, честно. Тут инструкция. Пыталась сделать как под Элиш Фокс. Материалы. Вот прикольно, мне кажется, так размылось. Вот это я делала сама. Но какая-то идея крутая, оформление хреновое. Это вот... Ну, в общем, я думаю, задание вы все знаете, и так прекрасно. Здесь я реально разлила чай, но его здесь не видно, потому что, ну, просто потому что. Пончики, пончики. Тут, кстати, блесточки я покупала специально для этой страницы. Когда как бы, ну, линия нужна, а у тебя не линии, тут не пойми что. Вот это я тоже сама делала, ну, по крайней мере, ни у кого такого не видела. Вот, ну это я, понятно, где я взяла идею, потому что, думаю, блин, многие видели. Это я вот циркулем скребла, потом белой гелевой ручкой взяла. Это взяла у своей подруги идею. Привет, Рита. У Момока Пай, кажется, или Мамочка Пай, я не знаю. Вот. Здесь вот вообще идея-то, мне кажется, классная, но как я это оформила, мне ужас просто как не нравится. Я, наверное, переделаю. Это пыталась я сделать печеньку, да. Гениально просто. Идея, опять-таки, мне кажется, прикольная, но оформление страдает. Ты у кого-то тоже увидела, то есть как бы отдельно было самолетик и отдельно упакуй что-нибудь. Я решила тоже вот так сделать. Прикольно получилось. Тут вот одно слово нужно было написать. На первой странице у меня было тупо написано summer, и это было гораздо лучше, чем, ну, вот это. Тут у меня много чего не доделано. Что-нибудь липкое. Гениально, да? Вот это коротко о том, как я рисую, просто посмотрите. Шедеврально. Это просто... Тут вот не доделая, то есть это как бы вот к этому. То есть место для фруктов, ну, наклеек с фруктов. Тут вот их очень много. Ну, у кого-то, правда, больше. Но... А здесь как бы это, танцующий банан. Цепочка, ну, опять-таки, идея примитивная, то есть я просто взяла и сделала цепочку, как и надо было. Тут вот декоративный скотч, у меня их было всего на тот момент 4. Да, или 5. Ну, тут, в принципе, это не важно. Вот это я как бы делала сама, но, понимаете, да? Как бы задание само такое. Прям капец сложное. А русалка и блокнот, и вот это задание, это просто не...
неотделимая часть. И вот. Два моих любимых сериальчика. Вот, место для теста. Это я как бы даже здесь закладочку поставила, потому что так как я сейчас раскрасками увлекаюсь, вот эта страница у меня пополняется просто постоянно. Я тестирую здесь, я здесь проверяю, пишут, не пишут. Я, в общем, здесь делаю все, что только можно. Тут нужно было капнуть чем-нибудь, и чтобы на второй стороне отпечаталось. Перепутала я тут задание и выделила слова. Хотя слова не надо было выделять. Просто нужно было газету приклеить. Это вот какая-то глупая страница. Это одна из первых у меня была. Мне не очень понравилось. Это вот, я не знаю, что это такое. Вот прорежь несколько страниц. Я их, правда, потом заклеила. Тут вот аромат. Здесь очень классная картинка, ну, мне вот прям безумно нравится. Все говорят, что это море, но это крыша. Коты на крыше. Как бы космос, ну, тоже забитая идея. Это вот, приложи, обведи свою руку, ну, как бы, смотрите, у меня рука даже, а, не, немного выросла. Да, здесь как будто типа маникюрный салон, мне кажется, очень круто. Вот тут ногти приклеила. Ну вот, порисую клеем, тут нарисовала где-то, ну, 8 водорослей максимум, да. Там у меня просто заготовки есть. Это вот я не знаю. Это вот что на меня нашло, чтобы я вот так божественно оформила этот разворот. Это вот тоже, по-моему, какая-то такая идея была. Тут как бы злость, но это как бы гнев, но неважно. Это я не знаю, каким нужно быть дебилом, чтобы додуматься сначала нарисовать, а потом раскрашивать. Вот просто в моем стиле. Угу. Вот посмотрите, как грязно, неаккуратно. Коротко обо мне. Так, ничего не сделано. Что-то у меня тут должно ведь быть. Ой, блин. Там я помню с зонтиком какой-то. Вот скати блокнот с высокого холма. У меня там еще зонтиком должно быть. Вот. По-моему, я это не показала, да? Тут текст, я его, кстати, прочитала, вообще бессмысленный. И тоже у кого-то такую идею видела, но мне она просто очень понравилась. В принципе, это было все, да. Кстати, я вот тут раскрашивала текстовыделителем. Он был очень яркий, но сейчас... В общем, такой вот у меня «Уничтожь меня». Если вам он понравился, то... Ой, я не знаю, вы, наверное, очень... своеобразный человек, потому что мне он не нравится. Мне вот обложка нравится, но внутри 90% всех иллюстраций мне не нравится, потому что, во-первых, они ужасно оформлены, во-вторых, идеи в основном все взяты у кого-то, и вот реально хороших идей, которые я классно воплотила, мне кажется, тут просто работы, наверное, 2-3. Но, возможно... Я все-таки что-нибудь придумаю, и нахлынет вдохновение снова вести прекрасный этот Request Journal. Вот, но, тем не менее. Это было все. С вами была Вилу. Всем пока-пока.